Где здесь у нас? Вот она. Вот он, квадратик. Идем, идем. Не идем. Сукарта убил. Я к ней ехал, и она меня прикончила. Ладно. Тихо, мне не до тебя, дел. Вот она. Сушечка. Ну это вообще, это же на два шота. Ну три. Сука, да что такое? Блин, кто вагон поставил? Тихо. Еще разочек. Еще. И как мне вот... Ребята, а где арта? Подскажите, пожалуйста, как добраться до артотеки? Бандеролька, блядь. От арты. Вот никто больше убить не мог. Только она, да? Вот тут-то должна быть арта. КБшка, где арта? О, ебать! Две штуки, нихуя себе. Три! Сука, кого мочить? ФВшка быстро бегает. М-ку. М-ку срочненько, М-ку, блядь. Раз. Лови, сука. Да как так-то? Два. На. Так опять не пробил. Тебя хоть заберу. Теперь аккуратненько М-очку заберем. Ну, тварь! Ну, сушка, ну, сука... Ну могла оставить. Будка. Вот она, будка. Две штуки. Две штуки. Мне больше не надо. Дайте, пожалуйста, мне эти две штуки. Ну два хп, ну серьезно. Я теща... Блять. Ну как так? Ну как, сука, так? Еще не пробил, да? Ну ты из чего сделана, блять? Из латуни, что ли, тварь? Все, ну похер. На таран, блядь! Привет всем. В общем, как вы уже успели заметить, арта меня уже достала. Собственно, очень часто я к ней приезжаю, и все это печально заканчивается. Ну, попытки бросать как бы не стоит. Сейчас напрямую просто поеду опять к арте. Мне, конечно, конкурентов добраться до квадрата очень много. Светляков тут целых 4 штуки. 3 помимо меня, но... У меня будет самый неожиданный маршрут. То есть вместо того, чтобы там по горкам лазить, там еще что-то творить. Вот как этот поехал. Я лучше поеду здесь. По дороге. По кратчайшей. Просто вот. У меня есть дорога, и я по ней еду. Идем дорогой трудной, мы в город. А чё врагов-то нет? Кстати говоря. Чё-то не они никого не засветили, не я никого не засветил. А где все? Минуты уже никого нету. Вообще. А, вон кого-то халкат там спалил. А, ну вот вы играетесь. Я поеду арту искать. Я очень близко доехал. Я очень близок к своей цели. Значит, с колхозами, огородами, елками, лесопосадками. Где эти квадраты, блядь? Ублюдские квадраты. Где вы, сука? Я же не просто так такой длинный маршрут выбрал. Дайте мне, пожалуйста. Ух ты, ебатенькие, три штуки. Сука, они даже не понимают, что происходит, блядь. Они просто не понимают. Первый. Вот это тот самый активный такой, блядь, надо что-то с ним сделать. Да-да-да-да-да-да-да-да. Сука, он сам себя убил. Ну хотя бы поскучи, я получу, я думаю. Да, давай с тобой станцуем, братан. Давай. Стояли тут, блядь, три каски, сука. В одном месте, блядь. Вот она моя цель. Всего-то потребовалось 2 минуты. 2 минуты, чтобы приехать. И прям вот... удовлетвориться. Как-то не так прозвучало. Ну, в принципе, эта игра не закончена. Надо еще что-то сделать. Блин, такой довольный ты уже, бегу. Блять, ну я вообще не понимаю, где они скучковались. И как уже, кстати, размотали всех. Понимаю, тут как бы я 2 артов убил. Арта... водов. Вот, блять. 2 арты. Урты. Ну, опять КВ. Конечно, КВ. Конечно, это вишенка на тортик. Вот она, КВшечка. Здравствуйте.
Нихуя вас тут, блять. Это был луч смерти. Я на него посмотрел, он умер. КБ. Слышь, тут враги есть. Враги есть. Да-да. Да. Как ты быстро поворачиваешь башню? Давай, давай, убей меня. Давай. Этот меня даже не видит. Сорок-тр. Сорок-тр. Здравствуйте. Ничего себе, он среагировал. Рикошет. Так, мы сейчас с тобой поиграем, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну и, конечно, его добрали. Ну и ладно. Сейчас. Свертухана. Свертухана, блядь, в хелката. На. Сука, отлично. Боец. Невидимого фронта, блядь. Ну, последняя цель. Последняя. Как раз мне. Как раз все сдохли там. Так ну оставьте, а. Оставьте. Воины хоть не дали, но вот эти... Ну почему мимо? Свертухана попал здесь, блядь, на полном сведении. Ну и ладно. Артут я убил. Я же молодец. Все три казнены. Мной. Собственноручно. И снова дратуть. Сразу отвечу на тот вопрос, который может возникнуть. Какого хрена я езжу опять с ордельки, раз я ее продал. А это реферальный аккаунт. Чтобы получить очередной премиум танк халявный, у меня еще целых 2 месяца есть на его получение. И пока рефералка доступна, я решил покатать. Но так как у меня еще пару аккаунтов было, старых, на которых мне вот эти сардельки валяются, ну, собственно, на них выкатываю. Ну, пипец как не везло с артой. Вот реально. То есть там как бы получить медальку и получить 10 очков рефералки. Всего лишь добежать и убить квадратики. 2 штучки. 2 квадратика. И хер там, вообще не добежишь. Они на полном ходу эту сардельку сносят. Либо просто не дают тебе убить. Но я это сделал. Я доволен сам. Еще бы вот дали бы воина здесь забрать, было бы вообще отлично. Ну и в этом песке и в прочей хрени тут уже моментов чуть набралось. Я думаю, еще один выпуск по танкам. И через один выпуск будет очередная танковая нарезка. Ну, где-то так. Может быть чуть быстрее, может чуть дольше, но моментов наберется. Так что ждите, будет очередная нарезочка. Всем спасибо. Пока.